28 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божьем в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим. Вот ты, премудрий Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя. Твоею мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твои собрал золото и серебро. Большой мудростью твоею посредством торговли твоей ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Зато так, говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой. Низведу тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли тогда перед твоим убийцей «Я Бог»? Тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог. Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, плачь о царе Тирском, и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечестивого, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя. Все знавшие тебя среди народов изумятся от тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. И было ко мне слово Господа, Сын человеческий, обрати лицо твое к Сидону, и изреки на него пророчество». И скажи, вот я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя, и узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним и явлю в нем святость мою, и пошлю на него моровую язву и кровопролитие на улице его, и падут среди него убитые мечом, пожирающим его отовсюду, и узнают, что я Господь. И не будет он вперед для дома Израилева колючим терном, и причиняющим боль волчцам, боли и всех соседей, зложелательствующим ему, и узнают, что я Господь Бог. Так говорит Господь Бог, когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою перед глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Якову, тогда они будут жить на ней безопасно и построят дома,
и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь Бог их».